кандидат в мастера спорта Азер Исламов Исмаилов. Серебряный призер первенства России 2013 года по дзюдо, кандидат в мастера спорта Иван Долгих. В номинации «Стабильность. Признак мастерства» награждается тренер Азера Исмаилова и Ивана Долгих Максим Евгеньевич Федосеев. В номинации «Точка опоры» награждается тренер-преподаватель отделения адаптивной физической культуры, работающий со спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата, специализация «Легкая атлетика» Ирина Яковлевна Оводова. В номинации «За преданность профессии» награждается тренер-преподаватель по художественной гимнастике Ольга Альбертовна Гаврилова. В номинации «Хранитель традиций» награждается заслуженный тренер России, старший тренер-преподаватель отделения.